Они, во-первых, этот прикрыли. Оу. А вы это аномалию? Короче, гриферы летят. Гриферы летят. Че, повоюем с гриферочками? Да, у меня тоже ПВЕ корабль, блин. Вот гриферы, когда мы на ПВП корабле будем летать, тогда милости просим. Ну, примерно, вот знаешь, с этим, с интеллектом школьника, там чувак какой-то. Гриферня прилетела. Там какой-то гриферок вообще настолько вообще у него подгорело, что когда я с ним не стал воевать, что он прям, наверное, что-то там в Дискорд какие-то гадости там посылал. Слушайте, а если я сейчас не буду воевать... У этих троих подгорочков или нет? Что они мне будут в Дискорд засылать? Точно. Сейчас тебя подгорит. Пусть у них зады подгорят. Мне понравилось, как у них зады горят. Я ничего не нарушаю. Я просто выхожу с 15-секундным интервалом. Хрена с два. Так, уничтожить цель. Известный пират. Ведь 2 миллиона дают. Не успокоится никак, это свинорезка. Чувак какой-то с ником слегка. Ну, блин, это шкала так. Ну там же торчат в этой системе. Пусть немножко пукан побомбит у чувака. У тебя на стриме в чате? Нет, перехватывает опять. Не выйдет у тебя погриферить. Налог и дело, спасибо, Алекс, тебе. Илья, спасибо. Не выйдет. Пишет, да дайте им отпор. Да это читаки. Отпор. Ну вот мы в раз вот играем. Как отдашь отпор чуваку с читом? Как? Никак. Ну, если только можно самому... только сделать, чтобы было не по его, чтобы у него там подгорело в пятой точке. И все. То есть в сетевых играх. Никаких вариантов больше нет. Так, ребята, если кто хочет ПВПшиться, прилетайте, но с нормальными кораблями, нормальными типами, и можем постреляться. Вот я сижу, Raven Orbital, и тогда только я в открытой.